вам, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас именем Иисуса Христа и Его святыми словами из Евангелия. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Евангелие Луки, 19 глава, 10 стих. Когда Он пришел на эту землю, у Сына Божия были две цели. Первая – это взыскать, найти грешного человека, заблудшегося, отвернувшегося от Него. И второе – это спасение этого погибшего человека, дать ему возможность осознать свое погибшее положение, повернуться к Богу и получить прощение грехов. Портрет библейской женщины. Так называется тема нашей сегодняшней передачи. В этой беседе мы хотим поговорить о том, какой хочет Бог видеть женщину, ее внешний вид и внутреннюю красоту, а главное, ее святое хождение пред Богом. Сколько раз ты, Господь,